Ну а сейчас, дабы разнообразить наш сегодняшний вечер, мы увидим единственный женский бой сегодняшнего турнира, который, я уверен, никого не оставит равнодушным, потому что кто-кто, а девушки всегда готовы биться до конца. И первая из них – это Екатерина Макарова. Участница нашего первого и, на мой взгляд, пока что лучшего женского боя в нашей организации обладает бескомпромиссным стилем и, как заявил ее менеджер, не представляет свою жизнь без боев. Она представляет команду No Name Promotion. Ее рост 165 сантиметров, вес 60 килограмм, ей 29 лет. Первая девушка за сегодня, давайте поаплодируем ей! Ну и теперь давайте перейдем к ее сопернице, ведь ей стала Оксана Мараховская. Профессиональный боксер из солнечного Геленджика. Эти девушки, их объединяет одна и та же соперница в их дебюте, где у Кати была ничья, а Оксана смогла выйти победителем. Ее рост 160 сантиметров, вес 59,8 килограмм. И ее рекорд 1-0. Первая девушка, одержавшая победу в нашей организации. И первый женский бой за сегодня. Давайте еще раз поаплодируем девушкам. Нас ожидает что-то действительно яркое. Активный клин. Судьи на место. Пять, первый раунд. Файт. Катя, слушай, работай. Левый в разрез. Правый в разрез. Вот попало. Снизу, правый снизу. Работай, Катя. Правый снизу. Ты чё? Хорошо. Стоп! Ладошкой по ушам уже. Файт! Мену убери, руки выше. Руки выше, не руби. На правую аккуратно. Хорошо, посягла, давай. Оттяжка правая. Давай, давай, на себя вытяни. Вытяни на себя ее. Вытяни, смотри, правую готовит. Вытяни. Врача. Катя, вытяни на себя, смотри на правую. Вытяни, отвали и все. Нормально. Не, нормально, нормально. Пойдем к Кате. Подойди сначала. Пацаны, все сделаем. Пять! Пять! Дерись, не боксируй. Правую чаще, Катя. Расслабилась. Вот здесь внимательно надо достигать. Вот так. Еще. Забирай. Хорошо наказывай. Забирай. Дерни сначала. Она просто сует у ногу. Дерни сначала. Давай, Кать, правую руку на ее джеб. Джеб, оттяжка правая. На ее джеб, правую руку. Не боксировай. Вот здесь зажми, забери. Сразу. Хорошо. Забирай концовку.
Концовку! Еще! Собрание ручки! Стоп! Левый, левый, правый, это хорошо начала, и так же ее пробила. Левый, левый, правый, она... Гратмана подпустит Гратмана. Бойцы на середину. Так, второй раунд. Фэн!
Бойцы на середину! Фэт! И боксируй. Живот. Вот здесь. Да, вот. Еще молодец. Не вот, хорошо. Вот. Вот, да. Вот здесь, вот здесь. Подгрузи, подгрузи, просто подгрузи. Просто подгрузи. Стоп, стоп, стоп. Врач. Так. Дыши, 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 ручки. Стресси ручки чуть-чуть. Да, Таня. Да. Фэт, Таня. Давай, держай, давайте, держай. Вот здесь, вот здесь. Вот, давай. Отвинись, шаг назад. Зачем ты голове? Стоп, стоп. Фэт! Судя по рингу, это было самое кровавое сегодня сражение. Две девушки отдали всех себя в ринге. Бойцы на середину. Еще раз повторюсь, и прежде чем объявить победителя, скажу, что этот бой претендует на звание самого кровавого за сегодня. И победителем из него вышла Екатерина Макарова!